Добрый день, и я хотел бы рассказать о том, что Нижегородский Кремль имеет и итальянские корни. Дата постройки Кремля – 1508-1515 год. По имеющимся данным, его архитектором был Петр Фрязин, но это было русское имя, а так его звали Пьетро Франческо. На тот момент у московского государства были тесные связи с итальянскими городами, и многие архитекторы переходили на службу московского государя. Следы итальянской архитектурной школы видны в схеме постройки крепости, так называемом золотом сечении или божественной пропорции. Это расположение не носило сакрального смысла, а давало возможность укрепить постройки. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока!